і буду приступати до своєї теми. Говоримо про аварійний будинок на Середньофонтанській, як допомогла міська влада одеситам. І до нашої студії завітали безпосередньо мешканці будинку номер 29 на вулиці Середньофонтанській. Це Валентина та Ольга Яремчук. Я вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Відкриваємо лінію для голосування і цікавимося вашої думки стосовно аварійних будинків, а саме їхніх мешканців. Два варіанти відповіді пропонуємо. Перший – вони, одесити, мають допомогу від міської влади, або другий варіант відповіді – сам на сам лишаються зі своїми проблемами. Такий інтерактив, є номер телефону 726-3326. Будь ласка, телефонуйте, якщо є що сказати з приводу даної теми. Також можна писати у Viber, обов'язково прочитаю усі повідомлення. Отже, я нагадаю таку сумну статистику, вірніше хронологію подій з обвалення будинків в місті Мільйоннику. Отже, 3 березня стався обвал на воєнному узвозі, 9 квітня біля парку Шевченко на Нахімова, 8 травня на Польському узвозі, 18 травня на вулиці Торговій і 21 травня відбулася руйнація частини аварійного будинку на Середньофонтанській 29. І ось вже минуло 4 місяці і ми знову запросили мешканців даного будинку, аби запитати, чи зрушила ця справа з мертвої точки. Але на початку я прошу вас нагадати все ж історію будинку, його аварійність, стан, можливо, якісь відсотки, хто розпочне. Там, у Валі там. Так, будь ласка, да, давайте там. Валя, Валентина. Так. У нас последняя комиссия, комиссионное исследование было в 2007 году. На тот момент наш дом износом был 78%, наша квартира 88% с небольшими процентами. Сейчас мы получили буквально неделю назад наше новое техническое заключение, которое говорит о том, что у нас стало лучше на 6%, 72%. А заходить на нашу часть галереи, нашу часть балкона, никто даже не заходил, то есть не обследовали. Нам не давали вообще не давали, не комментировали никак. Вот говорят, что сразу нас отселили в общежитие на 7-10 дней, хочу заметить. Mm-hmm. Мы там находимся уже более 4 месяцев, но с сентября все же заходим больше чаще в квартиру, потому что уроки, переодеться, у нас что-то вроде гардеробной дома. И все, мы пишем опять же заявление, опять же пишем обращение в электронном, в Фейсбуке на многих подписались, теперь это что-то вроде работы, пишем постоянно комментарии, но наши чиновники, причем все, и городской голова, и председатель районной администрации Приморской, и голова или председатель, я не знаю, не помню как, заместитель его департамента городского хозяйства, и ЖКС, директор ЖКС Фонтан, они просто нас игнорируют. Абсолютно. Угу. После того, как мы получили техническое заключение, стало, ну, сразу рассмеялись, истерически просто. Выходит так, что за 13 років, так, з 2007 по 2020, тільки покращення відбулося і на цілих аж вирахували 6%, так? Это говорит о том, что вообще, хотя они много пишут, что они, да, все учли, весь перечень документов и техническое заключение, в том числе 2007 года, но похоже на то, что вообще никто ничего не читал и, соответственно, не исследовал. Потому что никто из соседей не видел, чтобы кто-то приходил с какими-то бумагами, записями, маячки, может быть, накладывать, укладывать. Просто никто вообще не видел. Обрушение фронтона вообще не зафиксировано. То, что в 16 году у нас произошло, там в документах вообще нету, что этого. А звідки взялася ця цифра в 6% покращення стану? Ну, отняли от того і того, і отримали 6%. Тобто тоді 78% знос будинку? Ні, там 78. Загальний знос будинку, а 72% зараз? Да. Так, загальний. Була 78%, це квартира наша, взагалі, вот вона знаходиться. Это там, все, все над нашою квартирою, фронтон обрушився над нашою квартирою і сусідні, які там не проживають, я имею в виду, что соседи
И все, да, тогда аварийная служба не приехала. Спросили, жертва есть по телефону? Говорю, нет, слава богу, нет. Тогда мы не нужны, мы не приедем. Завалы тогда много, тогда был гораздо серьезнее по сравнению с маем этого года обрушения, так как тогда все эти камни, весь ракушняк упал на двор общежития, на машину, которая стояла в соседнем дворе. Да, в общежитии. То есть наши окна выходят в другой двор. Вот. Сейчас у нас отписки все, в этом году у нас есть официальные отписки, в этом году мы вас сносить не будем, переселять не будем, нет денег. Що пропонується? Продовжувати мешкати у гуртожитку, щоб не повертатися до аварійного житла? Що вам? Ничего, по этому поводу вообще не комментируют. Мы, оказывается, там вообще никак нигде не записаны. Был у нас, мы так бы этого не знали, просто со съемочной группой решили поснимать большую программу, кстати, с вашим каналом, с Ксенией. Мы туда приехали, и на нас так все накинулись, столько всего они, видно, на нервах, со стрессом, выложили нам всю информацию, что мы там вообще никак не числимся, не можем заключить никакой договор, и нам сделали большое одолжение, что вообще разрешили пожить в общежитии. А щодо реєстрації, тобто говорять, що занадто багато прописаних, так, зареєстрованих в одній квартирі. От я зараз вам розкажу. Так. Значить, 94, ми стоїмо на очереді з 90-го року. Как многодетная семья. Я многодетная мама, у меня четверо детей. Старшему сыну уже 39 лет, у него уже внуки есть. Так, уже властная родина и подальше. Да, я имею в виду, что муж должен был получать, у нас куча документов, что наш горисполком, у нас даже есть сейчас скажу, решение исполкома. Час идеи, это да. 100 с паперев с это да, я взяла часть вот это только со штормом, муж работал в шторме. Его сокращали со шторма из-за того, что мы стояли на очереди и нам должны были дать квартиру. То есть как многодетной семье и как проживающей в аварийном доме. Значит, там было выделено трехкомнатных, значит, мы были согласны на трехкомнатную квартиру. Выделено было 10 квартир они получали в долевом строительстве возле шторма на генерала Петрова. И мы ходили, у нас тут и от Бойченко, и от Стаса тогда, и от Кучука полно ответов, что по решению исполкома 431 от 21.12.90 года нам должен выделить квартиру этот шторм. Потом мы ездили к президенту, а все сюда присылали. И в Верховную Раду, везде. И письмо от Кармазина, он тогда был нашим депутатом, есть в 94 году. Тоже, что он к Прокопчуку обращается, что должны выделить нам эту квартиру. И в конечном итоге до этого начали мужа сокращать, потому что даже в 93-м году, потому что должны были давать квартиру, они уже прекрасно знали. И мы поэтому начали действовать и ездить везде, и ходить у нас вот по этому поводу. И что в конечном итоге нам ее трехкомнатную на 6 человек не дали, потому что нашелся человек, который не стоял на очереди, и как ценный специалист, мы в прокуратуру писали, а что мы могли, муж инженер, а я домохозяйка тогда была. И ничего. И наш горисполком не выполнил своего решения. Три десятки років вы боролись. Да, и исполком не выполнил этого решения, не дал нам эту трехкомнатную квартиру. Если бы нам дали трехкомнатную квартиру, нас бы там уже давно не было, и не было 15 человек. Если бы тогда нам дали эту трехкомнатную квартиру. И никто не заступился. Ни горисполком не выполнил своего решения тогда. Никто. И прокуратура. У нас вот все документы эти есть. Ну, ви маєте просто 100 з паперів, документів, але житла, тим паче після обвалення не одного, а кількох. Нам виділили підсобку, щоб немножко розселити нас там, теж в цьому домі. Потім, в третьому году, коли почалося, виділили застройщика, щоб розселяти нас. А це ж ще почалося, нас оставили, коли робили трасу Середньофонтанську в 87-му году. В 86-м, 87-м остался участок, не расселяли. Всех отселили, у нас дом остался крайний, получается. И начали потом строить не из станков. Вот мои дети еще стоят, вот этот наш дом. Покажи, будь ласка, так. Цегерик. Вот, это 94-й год. На камеру, это 94-й год. Вот наша квартира.
Вот эта развалка, вот это вот сейчас вычислительный центр железной дороги тут. Угу. А тогда этого еще ничего не было. И тут даже так на это видно, что стена отходит, даже на фотке. В этом году, да. Даже видно, что она отходит. Вот наша квартира, это сохранилось. Мы тогда возили тоже этот, туда, к президенту это все ездили. И ничего не помогло тогда. А когда в 2003 году этот застройщик выделил наш вот этот апельсин, который строил, так, он начал оселять 41-го номера. И мы опять остались, потому что у нас двухэтажки, а там были одноэтажки. И как бы нас опять не выделили, потому что там много, ну, как бы много человек. И поэтому у нас, естественно, четверо детей, и у каждого уже семья, и у каждого есть, у кого двое детей, у кого трое. А у моего сына уже внуки и двое внуков уже. Тоже старший внук, ну, мой внук старший женился, и у него уже двое детей. И зараз уси вы так, в шерзи на відселення. Да, если бы еще... Нас же тогда не прописывают никого. Он говорил, что 15 человек незаконно прописано. Вписывали только детей. В 2004 году прописалась только последняя жена моего старшего сына. А в невестке там не прописаны все остальные, потому что там не прописывают. Если бы так было бы 17, потому что их уже троє. Тому вам і відповідають, що дякуйте за те, що дали місце в гуртожитку, ви ж не зареєстровано виходить, так? Ну, они это, они вряд ли знают такую информацию. Нет, они просто не сказали, что вы не имеете вообще никакого права находиться в общем в общежитии. И ни в каких списках вы у нас не числитесь, и пройти вы сюда не сможете. Сама смогу с ребенком, с сыном, а всех остальных ни друзей, ни родственников, даже родных, ни маму, ни папу никого не пускают. Не пускают. Ну, виникає запитання, як з цим подальшому боротися, як вибивати своє право на дійсно гідне життя, на комфорт? Как? Это хороший вопрос, пока нам он непонятен. Но, например, вот сейчас нас откровенно игнорируют. С неделю назад мы начали писать плакаты на доме. Так, так, давайте покажемо, будь ласка, наш кореспондент Ксенія Сідінська, так, вона зафіксувала, що, ось, вона зробила допис, зафіксувала, як, так, вивішуються плакати на аварійних будинках, і що за ніч, ось, на ранок бачимо вже все, комунальщики швиденько прибрали, але ви на цьому не зупиняєтеся і знову вивішуєте плакати, так? Да, перший раз как-то слегка розстроїла, тому що ночь. Угу. Ночь трудились, писали, потом рано утром встали, навесили. Точнее, мы вечером навесили, ночью все собрались, и соседи, и родня. Все собрались, навесили, потом раз, сняли. Ну, как-то первый там пару секунд был шок, расстроились на секундочку. Угу. Но потом понятно стало, что, о, значит, хорошо. Значит, мы пометили все, что все-таки нас замечают, но просто игнорируют, потому что до этого нам непонятно было. Нас игнорируют, не замечают, не читают, может, письма не доходят, может, электронные обращения не доходят, может быть, личные, то, что мы хотели все время, хотим и до сих пор все время на личные приемы попасть, в связи с карантином нигде не принимают. Телефоны чаще всего не отвечают, потому что их никого нет в офисе, а если есть, то снимают трубку, и линия занята. Вот. Тогда стало понятно, что надо продолжать дальше. Раз сняли, значит, дальше будут снимать. Каждый день, просто как по часам. Угу. Мы причем в разное время вывешиваем специально, не только рано утром, а после 9, после 10, после 15, опять поздно вечером. Но все время вот как будто бы за нами следят, потому что как только мы навесим, через часик-другой, все, уже плаката нет. Сегодня вообще очень быстро. Мы только навесили, только мы вышли из дома. Через полчаса мне звонят, что там соседи звонят и говорят, не успели одеться, за минуту все сняли, сорвали и ушли. Кто снимает? ЖКС Фонтанский, участок номер 3. Вот это такая в них работа, так? Снимать плакаты. Да, и один из плакатов мы
нашей соседки, которая ближе всего, окна как раз выходят на наш фасад. И ей пришлось бороться, буквально вступить практически в рукопашный бой, чтобы вырвать один из плакатов. Он слегка порван, но это нас не остановило. Мы его навесили именно на наших руинах. Вот там, где у нас все разрушено, мы этот плакат трофейный, мы его называем, мы его навесили на руинах. Вот. Его не снимают уже 3 дня. А стосовно руйнації будинку, чи взагалі є шанс на відновлення самого будинку, чи все ж він тільки може бути знесений і відселені всі мешканці? Це не к нам вопрос, це вопрос к спеціалістам із стройуправління, там, или з... Ну так, відповідно експертиза. Вот просто у мене є, що, значить, нам спочатку обіцяли в 12-му году зробити ремонт кровлі, ми писали все время письма, тому що у нас рушилась все время эта крыша, потом в 17-м году нам обещали, после, когда фронтон упал, что будет, вот пишется, что работы по ремонту кровли и фронтонной стены жилого дома по вышеуказанному адресу включены в проект титула капитального ремонта жилого фонда на 17-й год. Ага. Буйнович писал с Приморской администрации. А и за 12-й это ЖЭК Фонтанский тоже. Ну, наипизднейшая дата 2017 год, еще есть в проекте. Да, и до сих пор никто 2020. Туда, а когда они приходили, они говорят, туда никто не будет есть, никто лезть, никто не будет рисковать свою жизнь, залазить туда, там же все рушится. А то, что мы живем, и то, что может нам на голову это упасть, это никого не волнует. Ну, тобто, якби ви відповідали на той інтерактив, який ми пропонуємо глядачам, що мешканці аварійних будинків чи допомагають їм, чи сам на сам лишаються зі своїми так проблемами? Так ремонт вообще не... У вас не, показовий приклад. С 1901-го или какого там это дом постройки ремонта никто не делал. Никакие ЖЭКи, никакие, ничего никто не производил вообще. Угу. Так, будь ласка. Абсолютно, да. То есть они нам вот недавно, буквально когда мы начали писать плакаты, нам мастер ЖЭКа говорит: не переживайте, мы вам фасад покрасим. Ну, пофарбувати фасад. Це прекрасне рішення. А почему они срывают? Тоже у нас есть ответ, почему срывают. У вас некрасивые плакаты, ну как вы думаете, простыня, да. Еще и красной краской, так некрасиво написано, ну не может висеть на фасаде дома. Это не отвечает архитектурному плану не города. Не вписывается в единый архитектурный ансамбль вместо Одессы. То есть они настолько вот как-то вообще не вникают, просто вообще не вникают в проблемы. Даже, ладно, не вникают, они просто говорят... Нам запрещают вообще вас ремонтировать, аварийная служба. Мастер ЖЭКа выступал в каком-то интервью. Так что он сказал? Он сказал, что дешевле построить новое, чем ремонтировать это. Ну, тому, ну нам может, это да. Постоянно отвечают. Да, не берутся да, за дешевле, справу. Да, и нерентабельно ремонтировать. Да, тоже он вот это еще высказался в интервью. Есть какое-то, не знаю. Ну, во-первых, у нас дом без фундамента. Газа вообще нет. Проводка старая с износом практически 100%. Причем мы и платим за СДПТ в полной мере, за свет, который мы живем, в общем-то, на свете только. На свете только. Платим все. По полным, по абсолютно полным тарифам. И какое-то время, несколько лет, у нас они делали льготное, сделали нам льготную оплату света. Помінялось руководство, опять все зняли. А прибирання прибудинкової території, так, із ДПТ? І ця да, плата вповні... Так, неділю вбирають кожне утро. Ну, це ти просто прибрати сміття, стабільно підтверджує. Кожне утро ми тут... Навколо аварійного будинку, який наладив ДПТ. Причому тільки возле нашого. Рядом з нами ще 31-й. От вони доходять, прям хорошо видно. Лінія от така чітка. От закінчився наш дом 29-й, все, далі вони не метуть. Ну, виникає логічне запитання, а що далі? Що далі? Яка подальша доля цього будинку 29-й посередньо Фонтанський? Ми не знаємо, Це нам ніхто не говорить, об этом не ми. Сергій Буйнович у нас був буквально недавно, когда мы начали писать плакаты, вот, появился, сказал: «Вы не переживайте, вы ждите. Мы точно снесем этот дом, вы ждите». Я говорю: «А когда?» Не могу сказать. А кто новый застройщик? Не могу сказать. Но он у вас поменялся. Мы знаем, я читала документы, что вас подводили несколько раз. Я говорю: да.
Да, вот у нас есть письма за 2007 год, что нам, значит, положено, это еще когда было, тогда у нас было 10 человек, тогда у нас было не 15 человек. Вот, еще маленькие были. В 2007 году еще дети были, значит, мои были все совершеннолетние, а у сына было только двое детей, и все, больше тоже не было. Но они были несовершеннолетние, маленькие еще. Так, значит, что свекрови дать однокомнатную квартиру, нам четырехкомнатную, на 5 человек, и сыну трехкомнатную на 4 человека. В итоге дали только свекрови однокомнатную квартиру, и все. Нас обошли. Когда мы пришли, нас погнали. Мы с другой невесткой мы приходили, вот сына старшего, и нас сказали, идите отсюда, потому что, в общем, короче говоря, выгнали нас с исполкома нашего. Не с исполкома, а с горисполкома квартирной группы. И все, и мы ушли. Поэтому... Ну, а зараз, виходить, годують сніданками, тобто приходьте завтра, або навіть не відповідають, і чекайте, невідомо не чого. Не відповідаю, да. Я много, і вся наша сім'я много пишемо в Фейсбуці, наприклад, напрямую Геннадію Труханову, Марату Корольову, Геннадію Іваніцькому, Дмитрию Жеману. Кто у нас еще? Так, особистая переписка у вас такой, как конечно, чиновники. Полная особистая переписка, еще там мягко сказано. Причем я каждому лично отправляю каждый день вот эти наши плакаты, каждому лично отправляю в мессенджере, в Фейсбуке, на других каналах. Постоянно отвечаю, отправляю, что вот мы написали снова, вот мы написали снова. Очень много на стене, в истории, ну, в общем, в интернете практически везде, и все знают каждое утро, чуть ли не ждут, что мы в следующий раз напишем. Сегодня, например, мы написали, процитировали уже наших коммунальщиков, которые навесили нам еще вхід заборонено, можливе обрушення. Ну, это очень длинно, на простыне не влезет, поэтому мы написали покороче. Вот, обережно, можливе обрушення. Не заходите, можливе обрушення. Ну, как-то так, я уже не помню. Вот. Причем обычно мы красной краской пишем, но в этот раз закончилась она на последней букве практически, и пришлось написать наполовину что-то желтое, что-то красное. Тобто за цей час, з моменту останнього обвалення 21 травня, просто так і висить ця червоно-біла стрічка? Ну, большая часть всего уже улетела, а вот у нас еще пока висит, но уже тоже так, на последнем дыхании. Вот, уже порвалась, уже выцвела. Ну, ніякі роботи там не проводилися. Ні, даже ніхто нічого даже не убрав, вот то, що там повалилось, завали, так оно, вот так оно все висит. Ми сами так немножко пытались, да. То, что сильно, ну, большое такое тяжелое, то, что можно было достать, мы вытащили, то, что можно было с балкона достать. Это мы вытащили. Дальше то, что упало возле нашего дворового санузла, в кавычках, чтобы можно было хотя бы подойти туда и воду, например, вылить, мы убрали. Вот, нанимали, кстати, ребят ЖЭКа. За окремую плату, да? За окремый кошт. Конечно, конечно. Вот, и там молодые ребята есть, вот мы их нанимали. И они там чуть-чуть поубирали, что-то вынесли, но кальфатору сказали, выносить не будем, и просто закинули нам чуть-чуть дальше туда. Ну, в общем, ничего, на самом деле вообще ничего не происходит. Про прихід комісії взагалі мова не йде. За ці 4 місяці маю на увазі. Ну, вот она же вроде как была. А, тільки до вас не заходила. Розминулися ви. Ну, да. Как-то у нас так не получилось встретиться, хотя в то время у нас постоянно кто-то дежурил во дворе, чтобы, если что, комиссию. Мы же все ждали комиссию всем домом. Вы думаете, что это просто відписка, что, ну, была комиссия, нібито, ось, теперь чекайте на якогось міфічного чи ні забудову? Ну, понятно. Ну, если вот на Ясной, как, я не знаю, я читала в газетах, что на Ясной там уже ремонт идет дома. На торговый застройщик решает вопросы с квартирами. Я читала в газете, не знаю, в «Одесской жизни», что будут к зиме, будут уже к осени. То есть их уже переселят, выделят деньги на квартиры. У нас же этого ваш ничего нет. В таком подвышенном состоянии, да, так и залишается питание открытое напередодні, ну, выходить холодів зиму. Да.
Ну, у меня еще читала, что по новой закону, я теперь уже... Выпитковані в цьому питанні. Да, у нас приняли закон о децентрализации. И то есть бюджет города теперь не 1 миллиард, а 10-12 миллиардов. Меня интересует, где эти деньги? Вот где они, эти деньги, если их стало в 10 раз больше? Хотя недавно брали опять кредит. Город опять брал кредит. Так, останній – це півмільярда гривень, черговий кредит на крайній сесії міської ради. Депутати його погодили, але там, ну, я не пам'ятаю рядочку щодо ремонту аварійного житла в Одесі. Вообще не було. Так необхідно. Вообще не було. Просто я слежу за всеми сессиями. Вообще никогда не говорилось о старом фонде. Вообще ну, еще и говорится, але чи питання щось... робиться. На прикладі вашого будинку бачимо, що це просто відмовки і чекайте, чекайте. Притом это то, що у нас идет тряска ще от траси, ну, от дороги Середньофонтанської, которая у нас все трясется в домі. Пол вообще ходить вот так вот кадуном, когда особенно большие грузы проезжают, вот так идет все. Так, кроме того, что у нас строительство удобного сейчас. А кран как у нас? Да, вот крутится вообще вот так вот. Будивальний, так? Просто мы буквально недавно тоже снимали репортаж, и все вместе, всем двором крикнули, потому что понимаем, что что-то сверху летит. Поднимаем голову, а там у них что-то, ну, что-то кран, свалилось, но кран держит его, но оно как-то не так держалось. Ну, зрозуміло, що ваш будинок поки лишається на місці, навколо продовжується нове будівництво. Да, і це при чому? Це центральна траса Одеси. Я имею в виду, что улица как бы... Это не где-нибудь там в кутке на Молдаванке или на Пересеке. Ну так, Середньофонтанська. Да, да, я же говорю, это центральная трасса. И с 86-го года, как вот я же говорю, у нас застопорили это. И так до сих пор это все стоит. Наши, получается, два дома. 31-й и 29-й осталось. Залишилось никому не потребными. Да. Ну, они, конечно, нужны, островок, но мне кажется, такой, специально такой делают, специально ждут, когда, потому что многие старые жители, их, к сожалению, уже нет. И нема людини, нема проблемы. Да, очередь же не передается по наследству и так далее. То есть, скорее всего, это делается специально. Я вам дякую за те, що знайшли час, завітали до нашої студії. Залишається просто побажати вам терпіння і, можливо, все ж успішного вирішення вашого питання. Дивимося думку глядачів, інтерактив. Мешканці аварійних будинків мають допомогу від влади 7%. 83% – більшість за варіант. Залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Як на мене, дуже показові результати інтерактиву. Я з вами не прощаюся. Побачимося за кілька хвилин.